Еженедельное оперативное совещание провели в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшие 7 дней, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За отчетный период в округе возбуждено 29 уголовных дел. 22 из них раскрыты по горячим следам. Совершено 172 ДТП, двое пострадавших. Зафиксировано 4 пожара. Аварийных отключений на объектах тепловода и электроснабжения не было. Приступают к капитальному ремонту многоквартирных домов. Всего у нас на 23 год запланировано отремонтировать по программе капитального ремонта 61 дом. По таким видам работ, как ремонт кровли 38 домов, фасады 17 домов. Подвал будет отремонтирован в одном доме, в 4 домах будет отремонтирован фундамент, внутридомовые инженерные системы будут заменены в 15 многоквартирных домах. В округе заменят 16 лифтов. Продолжают работы по установке датчиков загазованности в квартирах. Работы по содержанию дворовых и общественных территорий проводят в плановом режиме. Всего за прошедший период было привлечено 127 единиц спецтехники и средств малой механизации. Задействовано 1120 человек. В первую очередь специалисты приводили в порядок входные группы, тротуары, пешеходные дорожки и проезды. На совещании обсудили вопросов содержания парков, вывоза мусора, работы уличного освещения. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.